очень странное нападение. Вооруженный мужчина в Германии захватил кафе и проспал появление спецназа. Водительское удостоверение ФРГ будут забирать не только у водителей-нарушителей. Кто потерял миллионы? На бесхозных счетах в банках Германии обнаружили бюджет небольшого государства. Организаторы Олимпиады из-за ветра изменили расписание. Что еще случилось, смотрите в обзоре. ЧП в Саарбрюкене, федеральная земля Саар. Спецподразделения местной полиции подняли по тревоге после того, как было получено сообщение о вооруженном захвате здания одного из заведений города – ресторана «Дубровник». Технические службы ресторана обратились в полицию из-за того, что работающий на предприятии мужчина выгнал всех из помещения и забаррикадировался в нем. Во время нападения в ресторане находились только работники. Свидетели ранее сообщали, что он был испачкан кровью, а также имел при себе пистолет. Сотрудники правоохранительных органов объявили о спецоперации, оцепили центр города. Когда после многочасовых попыток вывести захватчика из здания не удалось, они вошли в помещение и обнаружили уже известного органам правопорядка 43-летнего местного жителя. Он спал в подвальном помещении. Как сообщили представители полиции, у мужчины были незначительные травмы. Вопреки первоначальной информации, у него не было оружия. В полиции полагают, что преступление могло иметь личностный характер. Мужчина не выдвигал никаких требований и никому не угрожал. По неподтвержденным данным, человек, захвативший здание ресторана, зять владельца заведения. Сообщается, что он родился в Македонии, но много лет живет в Германии. Полиция не связывает его поступок с политическими мотивами. Предполагается, что нападавший имеет психические расстройства. После задержания его отправили в больницу, где его осмотрят психиатры. Саудовская Аравия предложила немецким следователям помощь в расследовании атак в Германии. Об этом пишет журнал «Шпигель» со ссылкой на высокопоставленного представителя саудовского правительства. По данным издания, представители властей Саудовской Аравии уже поддерживают тесный контакт с немецкими коллегами. Следствие подозревает обоих участников недавних нападений в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Предполагается, что инструкции они получали от выходцев из Саудовской Аравии. Напомним, 18 июля вооруженный топором и ножом 17-летний афганец напал на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург, а в ночь на 25 июля прогремел взрыв в ресторане в немецком Ансбахе. Власти нескольких федеральных земель Германии призывают ввести норму, которая обязывала бы социальные сети, в частности Facebook, предоставлять по требованию правоохранительных органов конфиденциальную информацию о пользователях. Речь идет о личных данных тех, кто заподозрен в преступлении и планировании террористических актов. Земельные власти возмущены тем, что руководство Facebook оставляет без ответа в среднем 2/3 подобных запросов. По оценкам, в последние годы полиция, прокуратура и спецслужбы Германии отправляют в адрес Facebook ежедневно более 10 запросов о предоставлении личных данных пользователей, в частности их учетных данных или IP-адресов. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман требует ввести для соцсетей обязывающее положение, согласно которому отвечать на запросы властей должен будет один из уполномоченных сотрудников. Кроме того, должен быть максимально сокращен срок предоставления учетных данных или информации о пользователях, заявил Херман. Не проходит и 10 секунд с того момента, как фотографию, размещенную в Facebook из Германии, можно увидеть где-нибудь в Нью-Дели. И я считаю, что руководство социальной сети должно реагировать на запросы спецслужб в течение максимум 1 часа, заявил в свою очередь министр юстиции Федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия Томас Кучате. Власти других земель также требуют в законодательном порядке обязать Facebook более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Лидер свободной демократической партии Германии Кристиан Линдер в интервью Bild сравнил нынешнюю Турцию с нацистской Германией образца 1933 года, когда произошел поджог Рейхстага, позволивший Гитлеру в дальнейшем укрепить свою власть. С точки зрения политика и недавняя попытка переворота в Турции и пожар в Рейхстаге были намеренно организованы властями с целью ужесточения законов и укрепления собственной власти. «Мы переживаем государственный переворот сверху, как в 1933 году после пожара в Рейхстаге. Эрдоган строит авторитарный режим, ориентированный на него одного. А так как права и свободы личности больше не играют для него никакой роли, он не может быть партнером Европы», — заявил Линдер. По его словам, он возмущен тем, что переговоры о вступлении Турции в ЕС не закончились.
закончились давным-давно. Линднер обвинил федеральное правительство Германии в бесхребетной политике по отношению к Турции и упрекнул Ангелу Меркель в чрезмерной осторожности в этом вопросе. Ее он также раскритиковал за миграционную политику, отметив, что федеральный канцлер уже несколько месяцев убаюкивает всех обещаниями решить эту проблему, но так и не дала ответа на вопрос, что именно нужно для этого сделать. В Германии выросло число соискателей убежища из Турции. С января по июнь было зафиксировано почти столько же заявок, сколько за весь прошлый год. Об этом сообщило Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. С января по июнь 2016 года в ФРГ зарегистрированы 1719 запросов от претендентов на получение статуса беженца. При этом за весь минувший год этот показатель составил 1767. Из комментариев Федерального ведомства следует, что большинство подавших соответствующие заявления, всего около 1500 человек, проживали в районах Турции, населенных преимущественно курдами. Аналогичный показатель за минувший год – 1428 человек. При этом процент одобренных заявок от этой категории беженцев составляет 5,2 от турок, и в целом он несколько выше – 6,7. В земле Северный Рейн-Вестфалия полиция арестовала двух мошенников, которые организовали фирму по изготовлению дубликатов ключей. Мужчины подозреваются в том, что создали сеть филиалов по всей территории Германии и обманывали клиентов на том, что завышали стоимость услуг и материалов. Кроме того, им предъявили обвинение в выполнении ненужных видов работ с целью увеличения суммы за предоставленный сервис. Аферисты даже специально ломали замки, чтобы продать больше материала. Некоторые из жертв неоднократно жаловались на фирму в интернете. Кто-то из них сообщал, что за замену цилиндра замка и изготовление дубликата ключа фирма требовала 860 евро. По данным прокуратуры, один из обвиняемых уже приговаривался к лишению свободы по обвинению в подобных действиях. Задержанным предъявили в общей сложности более 700 обвинений. Сумма нанесенного ущерба составляет около 1,5 миллиона евро. Следствие также исходит из того, что на мошенников жаловались и в других регионах ФРГ. Следствие ведут на протяжении нескольких лет. Под арест попали только двое из 77 подозреваемых. Обоим мужчинам, если докажут их вину, грозит лишение свободы на 10 лет. Водительские права в Германии будут забирать не только у нарушителей правил дорожного движения. Министр юстиции Германии Хайко Маас предлагает как альтернативу штрафам за административное правонарушение приостанавливать действие водительской лицензии. Об этом министр заявил в интервью изданию «Шпигель». По его словам, много зажиточных немцев штраф не пугает. Они предпочитают платить в казну и продолжать нарушать закон. Перспектива же пересесть из элитных авто в общественный транспорт должна повлиять на нарушителей, считает федеральный министр юстиции. Решение о применении такого наказания будет принимать суд в каждом конкретном случае, сказал Хайко Маас. Он готов уже до конца года подготовить проект закона и представить его на суд правительства. Тем более, что идея отбирать водительские права за нарушение закона уже записана в коалиционном соглашении. По меньшей мере 17 человек погибли и более 20 пострадали в столице Македонии в ночь на воскресенье в результате наводнений, вызванных сильной грозой. Спасатели утверждают, что число жертв может увеличиться. Ливневые дожди привели к тому, что потоки воды и грязи уносили автомобили, разрушали дороги, затопляли дома. Улицы оказались под слоем мусора и обломков. Многие районы остались без электричества. Ночью спасатели на тракторах и грузовиках отправились помогать местным жителям. Они развозили питьевую воду, эвакуировали пострадавших и разгребали завалы. Утром в воскресенье ливень прекратился, и уровень воды начал постепенно падать. Но синоптики прогнозируют, что к вечеру дождь пойдет снова, и сохраняется возможность возникновения новых затоплений. И китайские машины еще упрекают в ненадежности. На юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу, автобус рухнул в строительный котлован 6-метровой высоты. Да так удачно, что и строителей не раздавил, и внутри автобуса тоже нет ни жертв, ни пострадавших. Одни испуганные. Где-то в 7:30 утра я был на своем рабочем месте, поднял голову, увидел летящий на меня автобус. Как выяснилось, водитель завел двигатель и оставил его прогреваться, а сам вышел наружу что-то проверить. Вдруг машина сдвинулась с места и свалилась в котлован. По случайности пассажиры не успели сесть внутрь. Другая опасность, с которой пришлось разбираться, это топливо. Автобус работает на газу, и работникам пришлось самим снять баллон во избежание взрыва. Паралимпиец легкоатлет Оскар Писториус, осужденный на 6 лет за убийство своей подруги Ревы Стинкамп,
попал в частную больницу с ранами на запястьях, сообщает Телеграф. Как уточняет издание, ранения оказались незначительными, и Писториуса отправили обратно в камеру в тюрьме города Претория. По словам представителей исправительной службы ЮАР, паралимпиец опроверг слухи о том, что пытался покончить с собой. Ранения на запястьях он получил, якобы упав с кровати. При этом южноафриканская газета City Press ссылается на другого заключенного тюрьмы в Претории, который утверждает, что Писториус порезал себе руки намеренно. Напомним, Писториус убил свою девушку в ночь на 14 февраля 2013 года. Паралимпиец несколько раз выстрелил в дверь туалета, якобы решив, что там грабитель. Но на самом деле там находилась его возлюбленная. Легкоатлет может претендовать на условно-досрочное освобождение после того, как отсидит половину срока. 16 миллионов евро грустят без хозяев. Такое открытие недавно сделали власти земли Баден-Вюртемберг. Деньги обнаружили на банковских счетах, которые по факту не принадлежат никому. Земельный министр финансов Эдит Зицманс намерена использовать их с немецкой рациональностью для развития региона. По ее словам, счета, о которых идет речь, не использовались более 10 лет. Все это время никто не пополнял их и не снимал деньги, и даже не запрашивал выписку. Можно предположить, что владельцы уже давно умерли. До сих пор деньги находились под юрисдикцией фискальной службы, а земельные власти не могли получить к ним доступ, цитирует министра местная пресса. Такие же вопросы возникают и в других землях. В Германии есть понятие так называемого фискального наследования. В соответствии с Гражданским кодексом, после смерти человека за неимением родственников, супруга или партнера, его имущество наследует государство. По данным счетной палаты Баден-Вюртемберга, в течение 5 лет за счет подобных завещаний земля получила доходов на 23,5 миллионов евро. Но обычно под категорию такого завещания попадала недвижимость и ценные вещи, но не банковские счета. Сейчас власти федеральных земель хотят изменить сложившуюся финансовую ситуацию. Они ищут юридические пути, чтобы оформить пользование счетом, у которого нет фактического владельца. По мере того, как средства перейдут в земельный бюджет, их будут расходовать на улучшение благосостояния региона. Deutsche Bahn устроил себе проверку на пунктуальность. В рамках проекта «План Старт» представители Deutsche Bahn на протяжении 2 дней проверяли пунктуальность движения своих поездов. Согласно результатам, в первый день было зафиксировано 85,8% поездов, которые прибыли на станции без опозданий. На второй день их было уже меньше – 85%. Но в сравнении с прошлым годом это явное улучшение, заявил представитель Deutsche Bahn. В 2015-м, вопреки существующему стереотипу о немецкой пунктуальности, только 61,5% поездов вовремя приехал или покинул станцию. Удивительно, что большинство опозданий приходилось на ночное время. Например, в Берлине и Гамбурге до 19:00 все поезда выполнили свой график без опозданий. Проблемы начались после 19. Почему опоздания происходят именно в это время, Deutsche Bahn намерен выяснить в кратчайшее время. Из-за плохих погодных условий в Рио в расписании тренировок и выступлений спортсменов на Олимпиаде произошли изменения. Предварительные заезды в академической гребле во второй соревновательный день в Рио-де-Жанейро были отменены. Как сообщает агентство Reuters, в лагуне Родриго де Фрейтерш поднялся сильный ветер, из-за чего старт заездов дважды по ходу дня откладывали. В итоге организаторы приняли решение об отмене соревнований на второй соревновательный день. О новых сроках проведения заездов пока неизвестно. В Олимпийском парке были прерваны тренировки прыгунов в воду и синхронисток, которые соревнуются в открытом бассейне. Напомним, что сегодня в Рио должны были состояться розыгрыши медалей в синхронных прыжках у женщин. Все инциденты, которые произошли на спортивных площадках Олимпиады в Рио и за их пределами, смотрите далее в обзоре. Как отчитались местные власти, вчера чудом уцелела представительница Олимпийского комитета Новой Зеландии. Она работала у себя в пресс-палатке, когда пуля пробила стену и просвистела у ее головы. Меньше повезло одному из архитекторов городка. Женщину застрелили при попытке ограбления. Еще один случай стрельбы, когда на территории городка полиция убила грабителя. Кажется, договор властей с криминальными элементами не действует. Скандалы вчерашнего дня. Паралимпийскую команду России в полном составе сняли с Олимпиады для спортсменов с ограниченными возможностями. Она начнется в сентябре. И этим все не ограничилось. Неизвестные обокрали дом российских болельщиков на летней Олимпиаде. Похитители забрали из лагеря болельщиков ноутбуки и фотокамеры. Но есть и хорошие новости для россиян. Первое золото в копилку сборной положил российский дзюдоист Беслан Мудранов. Турнир дзюдоистов проходит с 6 по 12 августа. Россияне представлены
одобрены во всех 7 мужских весовых категориях и в 5 из 7 женских. А вот у французов вчера первые потери. Еще и какие! Гимнаст Самир Аид-Саид во время выполнения опорного прыжка на квалификации неудачно приземлился и получил перелом большой и малой костей голени левой ноги. При гробовой тишине медики вынесли его из зала соревнований. Отличилась и сборная Германии. Вода в окрестностях Рио отвратительная и, наверное, худшая в мире. Члены сборной ФРГ по парусному спорту раскритиковали условия, в которых приходится тренироваться и соревноваться. Член команды Филипп Буль заявил на пресс-конференции, что такого болота давно не видел. По его словам, он уже не в первый раз в Бразилии, всегда во время состязаний вода летит в лицо. Однако в этот раз ему в лицо летела даже не вода, и он будет рад вернуться домой здоровым. Но и это еще не все. Журналист Sky Sports Пол Келсо сообщил в своем твиттере о странном происшествии. Он утверждает, что один из участников заплыва на байдарке выбыл после того, как его байдарка врезалась в затопленный диван. Официальные лица пока никак не комментируют данную ситуацию. Олимпиада продолжается. Мы следим за инцидентами, которые, безусловно, украшают этот спортивный праздник в Бразилии. Чем кормят на Олимпиаде? Мы продолжаем рассказывать о гастрономической стороне игр в Рио. На этот раз речь пойдет о фастфудах, которые с одинаковым удовольствием посещают и местные жители, и приезжие туристы. Традиционно в любой стране это возможность услышать местную речь и познакомиться с местными культурными традициями. В Бразилии вам будет сложно найти забитое людьми сетевое заведение. Скорее всего, это будут многочисленные палатки или подвальное заведение с грубым убранством и невероятно аппетитными запахами. Одно из фирменных блюд, которые здесь готовят на скорую руку, это болиньо де бакаляу. Пончики, или как их называют местные, просто шарики с треской. Мы всегда приходим ночью, около часа ночи, чтобы начать готовить наши пончики. И начинаем их жарить в 7 утра. У нас всегда много предварительных заказов, так что мы рано встаем. Пончики с треской – еда непритязательная, простая, даже деревенская, но от этого не менее вкусная. Полакомиться в это заведение приезжают не только местные работяги, но и белые воротнички из других районов. Кроме того, пончики называют самой традиционной, национальной, народной едой в Бразилии. Как, впрочем, и уличные шашлыки. Их готовят на простых тележках, в которых сразу установлен небольшой гриль. Искать такие уличные грильничные вам не нужно. Они сами вас найдут, если вы будете стоять, идти или даже убегать от них. Любые виды мяса, обваленные в местных приправах и прожаренные на скорую руку. Пальчики оближешь. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени». m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.